Я что-то чувствую. Что такое, Шпилька? Возмущение силы. Скажи мне, если оно усилится, ладно? Да, магистр. Соберите своих людей, сержант. Займемся аванпостами. Будь начеку, Шпилька. Эти дроиды-пауки уж вломят, так вломят. Поберегитесь, магистр! Двойной прыжок совершить на дроида-паука и захватить его должен ты. Зарядить его бластер можешь ты, и мощнее будет выстрел. Чем дольше держишь кнопку, тем мощнее будет заряд. Целиться теперь можешь ты. Иногда враг твой, твой друг. Да? Чтобы стала колонна ниже, пусть дроид стрельнет. Чем дольше целится теперь. Отлично, пошли дальше. Ключом к загадке этой дроид будет. Умрите, собаки республики! Просто отключись, и мы оба свободны. Будь начеку, Шпилька. Даже дроид может случайно попасть в цель. Стоять! Вы, ребята, просто не знаете, когда пора сдаться. Неплохо, Шпилька. Я только разогрелась. Берегись! Силу используй, чтобы обратить снаряды врага против него. Ладно, я впечатлена. Возьми этот предмет, чтобы непобедимым стать. Ух!
Учитель, ощущение как? Как будто кто-то в беде. Джедай? Не пойму, учитель. Вы, джедаи, совершили большую ошибку. Давай. Блокируй сначала и думай затем. Так силу не тратишь ты, но на месте стоишь. Никогда не доверяй дроиду делать. Да, в общем, ничего не доверяй. Эти жестянки, похоже, серьезно настроены. По-моему, я что-то слышу. Thank you.
пожаловать на вечеринку, генерал! Командир! Дайте нам минуту на переправу, генерал. Мы поднимем мост. Ладно, сержант. Сэр, приближается дроид-стервятник. Снять его. Учитель, наши люди! Не все сразу, Шпилька. Сначала разберемся с башней, потом вернемся за ними. Ребята заслужили сегодня свои шрамы. Ваши люди в порядке, сержант? Немного потрепаны, генерал. Но думаю, до базы доползем. Не одни, сержант. Асока, вызови санитарный борт. Пусть заберут нас с площади. Выполняю, Скайрокер.